«Сближайся с праведными, и через них приблизишься к Богу. Обращайся с имеющими смирение, и научишься их нравам. Кто последует любящему Бога, тот обогатится тайнами Божьими, а кто последует неправедному и горделивому, тот удалится от Бога». Преподобный Исаак Сирин. Забывших добрую и богоугодную жизнь и мудрствующих не по правым и боголюбивым догматам, не должно ненавидеть, а более жалеть, как оскудевших рассуждением и слепотствующих сердцем и разумом, ибо, принимая зло за добро, они гибнут от неведения. Преподобный Антоний Великий. Когда хочешь положить начало доброму деланию, приготовься сперва к искушениям, которые тебя постигнут, и не сомневайся в истине. Преподобный Исаак Сирин.